Привет, друзья, это проект «Русская Америка», меня зовут Юрий Моша. Я сейчас прокомментирую, для чего я создал канал, на котором я свои ролики называю на английском языке. Дело в том, что мои ролики смотрят не только люди, которые живут вне Америки, а есть люди, которые живут в США. И, как правило, эти люди не имеют русской клавиатуры. Заехали давно, и английский язык уже сейчас и как основной язык. Понятно, что они говорят по-русски, не читают по-русски, но все равно в поиске, в Ютубе они пользуются английскими буквами и набирают все слова ключевые по-английски. Вот. И поэтому я просто делаю эксперимент. То есть, это, конечно, я не отказываюсь от русских названий роликов, и я буду делать также ролики и писать названия на русском языке, но сейчас эксперимент, я хочу на старый канал пока не выкладывать ролики, а выкладывать новые ролики на этот новый канал и писать названия роликов на английском языке. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, но, во всяком случае, хотелось бы, конечно, ту аудиторию, которая действительно делает поиск на английском языке, английскими буквами, не потерять, а наоборот, чтобы она активно смотрела мой канал.